Эфир телеканала продолжает РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Пятое место по стране. Фермеры Башкирии за год получили 855 миллионов рублей господдержки. Умерить аппетиты. Разброс цен на лекарства при госзакупках отследит новая информационная система. И большой размах. Конференция РБК «Рынок недвижимости. Выход из кризиса» соберет более 200 представителей отрасли. Новая информационно-аналитическая система мониторинга цен на лекарства для госзакупок снизит разброс цен на них. Сейчас он лежит в диапазоне от 25 до 50%. Система должна заработать 1 января 2018 года, а с марта 2017 стартует в тестовом режиме. По оценкам Минздрава, годовой объем госзакупок – это более 30% рынка лекарств или 400 миллиардов рублей. Новая система призвана повысить эффективность бюджетных расходов и не допускать нарушений в ценообразовании. Эксперты считают внедрение системы правильным шагом. Вместе с тем они отмечают, что к ее разработке необходимо активнее привлекать общественные организации и экспертные сообщества. Их участие позволит сделать госзакупки лекарств более прозрачными и привести новых участников, которые смогут разрушить сложившуюся систему, когда рынок поделен между крупными поставщиками. Напомню, в Башкирии в прошлом году проверка Минфина при госзакупке лекарств выявила случай расхождение цены аж в 52 раза. Соответственно, разброс цен между розничной ценой в аптеке и между теми, кто прорвался на госзаказ и на рынок, значительно в разы отличается. Вот это нас пугает, и на сегодня пока мы не нашли ответа, и правительство не до конца может объяснить, как они будут нормировать цену не только среди госконтрактов уже заключенных, но и по сравнению с розничными фармацевтическими компаниями. Фермеры Башкирии в 2016 году получили 855 миллионов рублей в виде господдержки. По этому показателю республика занимает пятое место в стране. Такие данные привел сегодня министр сельского хозяйства региона Николай Коваленко на прошедшем в Уфе бизнес-марафоне. Доля продукции, произведенной фермерами в валовом региональном продукте за последние 5 лет, выросла более чем в 2 раза, с 4 до 10%. На данный момент она достигла 15 миллиардов рублей. Республика власти и дальше планируют наращивать поддержку малого и среднего бизнеса в АПК, так как она имеет существенную отдачу. На каждый рубль, выделенный фермерам, они производят продукции на 3-5 рублей. Одна из действенных мер – субсидирование процентных ставок по кредитам. К примеру, в 2017 году агробизнес сможет взять кредит под 5% годовых. Практически весь аграрный сектор региона пользуется услугами государственных банков. 98% сельхозпроизводителей кредитуются в Россельхозбанке. То сегодня роль государственных банков в эпоху вот таких непростых экономических процессов, мировых процессов, она крайне важна. И сами понимаете, ни один государственный банк сегодня, в общем-то говоря, не потерял ни лицензии, ни возможности, наоборот, их доля увеличивается. И, наверное, в этом нет ничего плохого. Где взять деньги, кредиты, я думаю, предпринимателю не принципиально. Ему важно, чтобы эти деньги получали, не давались и вообще были условия, которые создавали предпосылки для его развития. Филиалам в Башкирии выдано 6,5 миллиардов рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 5% выше уровня 2015 года. Мы надеемся, что по итогам года объем выдачи составит порядка 8 миллиардов рублей, что на 15% превысит уровень прошлого года. И вот эта динамика положительная сохраняется уже на протяжении 3-го года в республике. И мы надеемся на ее дальнейший такой положительный тренд. Затраты на обслуживание госдолга Башкирии до 2019 года могут увеличиться на 30%, до 2 миллиардов 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, утвержденный Кабмином. В Минфине отмечают, что росту затрат способствует удорожание инструментов для рефинансирования долга. Ежегодно до 2019 года республика планирует погашать 6,5-7 миллиардов рублей. Предполагается, что к 2019 объем госдолга будет составлять не выше 20%.
21% от общего объема доходов бюджета. Но в среднесрочной перспективе планка повышена до 30% доходов и 3% от валового регионального продукта. Для сохранения долговой нагрузки на низкорисковом уровне власти планируют привлекать бюджетные кредиты, а также ограничить долю краткосрочных обязательств, размещать облигации, поддерживать кредитные рейтинги и репутацию региона как надежного заемщика. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. И доллары, и евро подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 21 копейку. Теперь он оценивается в 63 рубля 41 копейку. Европейская подорожала на 86 копеек до 70.23. Лучшие обменные курсы на среду: покупка доллара в Татфондбанке за 63 рубля 40 копеек. Продажа в банке Тульский расчетный центр за 63.75. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Тимербанке за 70 рублей 24 копейки, по продаже в Солидбанке за 70.40. На конференцию РБК по недвижимости уже зарегистрировались более 150 представителей отрасли. Форум пройдет в четверг в отеле «Шератон Уфа». Его участниками и спикерами станут ведущие специалисты из сферы недвижимости из федерального центра, регионов России и, конечно же, республики. На конференции обсудят сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости, ее влияние на спрос и предложение. Федеральные и местные эксперты предложат новые идеи в продвижении жилья и современные способы извлечения прибыли без использование механизма предоставления скидок. Модератор конференции Игнат Бушухин, главный редактор федерального проекта РБК «Недвижимость». Начало в 14.00. Отмечу, что телеканал РБК «Уфа» в полном объеме будет освещать это крупное межрегиональное событие. И о новостях пока все. Далее РБК+ и программа «Дело».